Всем привет, с вами Педро61, я рад приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас распаковка вот такой вот посылочки. Посылочка довольно-таки тяжелая. Сейчас мы посмотрим, что там. Точнее, вы посмотрите, я-то знаю, что там. И вот как раз будет вам ответ, для чего мне те нейлоновые детали из прошлого обзора. Это у нас квадрокоптер 500 размера. Пропеллеры. Заказывал на Алиэкспресс. Две пары пропеллеров. Двигатели. Один, два, три, четыре. Термоусадка. Ух ты, я думал, я уже своей закупился. Регуляторы скорости. Один. Пока что. Это контроллер. Полетный контроллер с писялочкой. Она отдельно идет. Два регулятора. Три регулятора. Четыре. Ноги. Лапы. Как они? Жесткие. Один, два, три, четыре. Плата распределения питания. Уже с разъемами бананами, что ли. А, они у себя, как я понял, даже напаиваются. И у них вот так вставляешь. Прикольно. Так, о, нейлоновые вставки, которые я заказал отдельно. Винтики, еще винтики, ремешок для аккумулятора и сама рама. Площадочка под камеру, рама и нижняя часть рамы. Здорово. Так, сейчас померим. Рама у нас идет. Рама 32 сантиметра и 2 миллиметра. А верхняя 28,1. Вот такой обзор. Видео по тому, как я буду его собирать. Это будет не скоро. Как я буду собирать его, я буду делать видео. То есть там прикрутил это туда, это припаял, это. Это все я буду записывать. Вы все сможете видеть. А пока сложу и отложу, потому что займусь не скоро. Так, ссылка будет под видео. То есть, где можно это купить, заказать. Это на Алиэкспресс. Как вы видите, заказал. Все пришло. Ой, сейчас не скажу, сегодня 20 число. Не скажу за сколько. Наверное. За 20. Да. Ладно, все пока сюда аккуратненько. Ну как аккуратненько? По мере возможности аккуратненько. Я не понимаю, как у них это все у китайцев тут помещалось. А у меня, по-моему, ничего не помещается здесь. Вот так. Термоусадка. Чуть прорежем. А ладно, если лезет. Если можно немножечко приоткрыть. И спустить воздух. И пропеллеры. Не лезет. Китайцы умеют укладывать, а Педро не умеет. Ну ладно, будет так, с небольшой пузырчатый будет. Все, всем спасибо за обзор, подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока.